Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Issy 2010 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП, передний привод, имеется камера заднего вида, спойлер, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, дефлектор капота, бесключевой доступ, пробег 243 тысячи километров, по салону тканевый салон, чисто ухоженный, не прокуренный, три ряда сидений, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, две электродвери, электрорегулировка зеркал, четыре стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.